Мы традиционно начинаем выпуск с ярких событий в столетней истории ТСССР. 22 апреля 1957 года за цикл стихов «Моабитская тетрадь» Мусе Джалилю посмертно присвоена Ленинская премия. Сборник поэта из моабитской тюрьмы вынес бывший узник, военнопленный Габас Шарипов и передал Нигмату Терегулову. «Моабитская тетрадь» сегодня переведена более чем на 60 языков мира. В этот день, в 1978 году, Нижнекамский шинный завод выпустил первую продукцию для автомобилей «Урал». Так предприятие стало производить шины для грузовиков, а уже в 1987 году завод отпраздновал выпуск 100-миллионной шины.